не очень большой официальной части. Но перед тем, как мы приступим к награждению, я хотел бы поднять первый тост. Друзья и коллеги, 2010 год был очень непростым, но в нем было много радостных событий для всех нас, для каждого и для банка. Можно многое вспомнить, но из такого запоминающегося выделяется то, что у нас появился новый мощный акционер в лице Европейского банка реконструкции и развития. Очень важным результатом этого года явилось то, что после долгих, казалось, бесконечных месяцев кризиса мы опять в прибыли. И в серьезной прибыли. И вообще хочется сказать, что Промсвязьбанк практически по всем показателям настроился и встал на рельсы устойчивого роста.